Добрый вечер! На моем тематическом канале вы сможете найти интересную информацию по фармацевтическому оборудованию. Эксперты нашей компании помогут вам выбрать вакуумные и шнековые транспортеры порошков для перемещения сыпучих продуктов. Также в ассортименте транспортерные ленты для использования в производствах, для перемещения сырья и готовой продукции. Поможем с организацией автоматической подачи флаконов, бутылок, в перемещении таблеток, разгрузки порошков из миксеров, транспортирование продукции и сырья с контрольным взвешиванием. Основатель и ведущий специалист компании Роман Цибульский. Компания Минипресс зарегистрирована в 2000 году. Нашими силами развиваются несколько крупных каналов в Ютубе, посвященных тематикам различного фармацевтического оборудования. Там можно посмотреть видеоролики о оборудовании, которым мы занимаемся. Количеством и качеством наши ролики опережают видеоканалы конкурентов. Роман Цибульский ежегодно посещает выставки оборудования, сам вникает в работу каждого оборудования, в технологии и выбирает поставщиков оборудования с лучшим качеством. Мы даем советы по выбору различных расходных материалов и сырья для достижения максимального результата в процессе эксплуатации. Подготавливаем клиентов к будущим проблемам. Советуем найти толковых механиков и наладчиков в их городе, чтобы им помогали следить за оборудованием и ремонтировать его. Также берем на себя помощь с поставкой запасных частей к оборудованию, купленному через нас. Участвуем в продаже оборудования БУ между нашими клиентами или через наш каталог. Помогаем в поисках поставщиков расходных материалов. Фактически у нас самый большой в России многоязычный каталог фармацевтического оборудования с фотографиями, описаниями и, что более важно, сценами и видеодемонстрацией оборудования в работе. Спасибо, что смотрели. Отличного вам настроения. В общем, делитесь этим выпуском во всех социальных сетях, ставьте лайки, звоните в колокольчик, напишите в комментариях, если что-то вас заинтересовало.